Всем привет, с вами Мария, и сегодня у меня новогодняя подборка закусок. Первый вариант — это тарталетки с начинкой. Для этого мне понадобится по 50 грамм майонеза, моркови по-корейски и твердого сыра, и 100 грамм копченой курицы, а также тарталетки. Рецепт домашних тарталеток будет доступен в описании. Все ингредиенты для салата необходимо измельчить, перемешать и начинить начинкой тарталетки. Данного количества начинки мне хватило на 10 тарталеток. Вторая закуска — курица в беконе. Для этого мне понадобится полукопченый бекон и куриное филе. Филе необходимо нарезать маленькими брусьями, бекон нарезать пополам. Далее курицу завернуть в бекон и обжарить до румяной корочки. Третья закуска – жареный сыр с белой плесенью. Для этого мне понадобится для панировки мука, панировочные сухари, яйцо и, конечно же, сыр. Сыр нарезаю треугольниками. Яйцо необходимо взбить. Далее поступаю следующим образом. Сыр обмакиваю в яйцо, затем в муку, опять в яйцо и затем в панировочные сухари. Обжариваю с двух сторон на раскаленной сковородке до корочки. К жареному сыру подойдет фруктовый соус. С наступающим Новым годом, друзья! Если вам понравилось видео, пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Приятного вам аппетита и до новых встреч!